фигня. Там такие аппараты, там еще и что-то белое, постоянно на руку. Вот. Яблочный сок, вишневый сок. Там чай, кофе. Тосты. Они есть такие, их можно поджарить, можно поджарить. Да. Стопчан такой. Бассейн там есть. Красиво. Дерево. Не тронулись. Ой, мама, водичка здесь, подвинься сюда ко мне, вода, потому что вдруг брызнет. Ну вот, ой, мы едем. Смотри, крокодила. Смотрите. Гимноты. Там шевелится один некто. Да, хапуасы. Хапуасы. Может, мне надо было туда сесть, на заднее вот сиденье? Не, нормально. Надо съедешь. Вот. Сейчас доедем до этих камней, начну опять снимать. Это вам. Вот. Мадьяра сфоткаться. Ага, вот там мадьяра, бельянка. Видите, это мадьяра. Сейчас сидим в машине, наши паспорта. Другой стороной. Казахстан, республика. В Узбекистане красивые паспорта. И Россия не очень. У них красненькие, да? Нам наши больше нравятся. Вот. Сейчас поедем на базар. У меня часы в руках. Куда деть? Вот. Купим пашмак. Покажу, что это. Знаете, что надо? Летом приехать сюда. А летом то же самое. В горы ехать. Ну, может быть. А летом, знаете, я в это... Кондиционеров мало где. Да. Вот пока что на стоянке. 18 машин насчитали других марок. Не Шевроле, не Матис, не Нексия, не Жигули, не Уазики. Ну, запорожцев много тоже, смотрите. Сейчас. Запорожцев много. Я вот в карамели, и теперь идем за пашмаком. И масло арахисовое. И масло арахисовое. Знаете, хотела сказать, сколько я замечала. У них спортивный костюм, как у меня, такой муровый, но с юбкой. И он как бы костюм. Короче, что мне что-то дала? Базар какой-то, базар так ничего, купили пашмак, сувениры взяли, с Ташкентом, и купили там всякие сладости. Вы взяли какие сувениры? Фотографии? Да. Да. А вот такие не так девочки? Нет. Обратно нам опять надо будет, да, покупать? Нет. Вот. Да, не трогай. Или так, вот выход еще раз. Это выходить не надо. Пришел на другую сторону и еще. Сейчас. Короче, трясется. 39. Кожичка одна торчит. Там хвост, но одна косичка. Вот. И уже косичка. Мы уже приехали. Сидем на другой таможне. Да, потому что тут начерняет очень много людей. Побежал мужик, так себе говорит, давайте на Майское поедем, там мало людей. Поедем на Майское. Ой, все уже смогу. Давай. Перешли границу. Что-то. Какая толпучка. Дома расскажем. Матис. Мы в Америке зашли покушать взять. Пойдем.